крутит на динамо. И ветеран выгуливает внучат, а Марк Захаров снова среди нами. Похоже, он один и получат. Он думает, что фартово руки грея. А Янты Черномыр, занудный псих, натаскивает Россию на евреев. Что если станут бить, то лучше их. И Уринсон слетает до обеда. Шахтеров от разгула поунять. И как он высвертается от деда, никак нет, братцы, понять. Чубайс стал вести себя не чутко, грозит всех неплательщиков в тюрьму. Чего его с такой нахальной юткой? Я время называют, не пойму. В Нямцове бабы все души не чают, вокруг него выписывают круги, а мужики евреям величают. Да разве же евреи дураки? Не продохнуть в России от жиганов, кончали бы реформу поскорей, а башковитый емушка Зюганов, вот я сразу видно, что евреи.